Я тут нашла немножко воздушных шариков. Надуй, может, поиграете? Ого, ничего себе сколько! Мам, а может ты надуешь, и нам уже надутых дашь поиграть, а? А то я боюсь, я лопну, пока их надуваю. Хитренький какой, ничего не лопнешь. Давай, дыхательную систему нужно развивать. И, кстати, что это тут на полу такое? Это ты раскидал? Это... Здесь ничего нет, мам. Как это нет, Макс? Я что, слепая, что ли? Я же вижу какие-то шарики. Где ты их взял? Ну, вентилятор, давай, помогай. Все, мам, больше ничего нет. Макс, ну можно было бы пропылесосить или подмести. Теперь все шарики забились под кровать и под диван. Отлично. Все, забирай шарики. Мне с Дианкой нужно в магазин сходить. Я не понял. А что он сдувается-то? Я только что его надул, он был большой-большой. А сейчас маленький-маленький. Зря, что ли? Эх, зря только напрягался. Ой, Макс, точно. Сдувается. Давай еще шариков. Да что такое-то? Дуешь. Они... Этот плохой, этот тоже дырявый, а этот вообще без резинки. Ну, мама! Чего такое, Макс? Да все эти шарики, они бракованные. Где дырявый, где без резинки, ну, который надувать надо вначале. Это мы, наверное, на день рождения тогда Дианки надували, а эти отбраковали, потому что дырявые, а мама их нашла. Ой, а мама же тогда просила меня выкинуть. А я их на полку убрал. Точно! Эх, Даник, без шариков. Ну ладно, давай во что-нибудь еще поиграем. Дианочка, пойдем поможешь мне с покупками. Ого, ничего себе, смотри, какая кукла. Вау, мама, это же Барби. Какая она маленькая. Какая интересная, это бейсболистка. Мам, купи, пожалуйста, ну пожалуйста. Дианочка, ну ты уже взрослая. Барби это оригинальная, очень дорогая, 3000 стоит. Это на какой-нибудь праздник. На день рождения или Новый год. Ну, заказывай. Мама, вообще-то на Новый год я у Деда Мороза iPhone 125 попросила. А не Барби. И Барби хочу. А день рождения у меня еще через долго. А я сейчас хочу. Мама, купи Барби. А? Что ты у Деда Мороза попросила? Какой iPhone? Дианочка, ну ты что, забыла? Что сложную вычислительную технику электронную Деда Мороза не дарят. Вот куклу и попроси. Вообще-то, мама, Дед Мороз и все дарит. У меня однокласснику на Новый год как раз iPhone подарил. Этот, старый, который 14-й. А я новый хочу. Дед Мороз же волшебником мне обязательно купит. Мам, а ты купи мне Барби, а? Да. Дианочка, ну не могу. Я куплю тебе сейчас куклу, а в корзинку мы больше ничего не положим. У меня всего 3000 с собой. Ой, это как раз на куклу. А я кушать не хочу. Мам, я и сегодня не буду кушать, и завтра не буду кушать. Купи мне куклу, а? Дианочка... А Макс, а Катя, а Даник. Все будем сидеть голодные, пока ты играешь с новой Барби. Ну все, пойдем, ты же уже не маленькая, чтобы попрошайничать в магазине. Пока, Барби. Надеюсь, тебя никто не купит до моего дня рождения. Может, ее куда-нибудь спрятать, а? Чтобы ее больше никто не увидел. Только сегодня и только сейчас найди картоху в бассейне с шариками и получи главный приз. Барби-футболист. Вам нужно всего-навсего найти вот этого картоху вон в том бассейне. И кукла Барби может стать вашей. Ой, мам, смотри, еще Барби. Дяденька, а сколько стоит поиграть? Здравствуй, девочка, всего 50 рублей одна попытка. О, ну 50 это не 3000, мама, я могу выиграть Барби. Мама, дай полтинник. Дианочка, ну откуда ты знаешь это слово? Не полтинник, а 50 рублей. На, сыграй. Только я уверена, что это ловушка какая-то. И Барби эту не выиграть никогда. Ну кто тебе даст возможность за 50 рублей выиграть куклу в 3000, а? На, поиграй, успокойся. У нас все по-честному, дамочка, зря вы так. Давай, девочка, полтинник. Ну вот, мам, я же говорю, полтинник. Мам, давай, я дяденьке передам. Держите, дяденька. Хорошо, смотри внимательно. Игра началась. Можешь искать картоху. У тебя на это есть 10 секунд. Время пошло. В смысле 10 секунд? Вы про время ничего не говорили. 10 секунд это очень мало. 9, 8. Ай, Барби. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Так где же эта картоха-то? 1, все, вылезай. Эй, можно еще немножко? К сожалению, нет. Еще немножко за новые 50 рублей.
Пойдем, Дианочка, я же говорила, никогда эту куклу не выиграть. Это специально, приманочка, чтобы платили 50 рублей этому дяденьке. Ах, ты ж нехороший дяденька! Прощай, моя куколка. Макс, может попробуешь еще вот этот? Может он не дырявый? Даник, ну ты только что видел, я все щеки себе раздул уже. Они все бракованные. Как это бракованные? О, мама уже пришла. Мам, да я тут вспомнил, на Дианке на день рождения мы надували шары, а половина из них была дырявая. Ну ты попросила меня выкинуть, а я забыл. Вот это они, которые ты нашла. А, ничего себе. Ну ладно, собирайте в кучку и в мусорку. И это, поиграйте с Дианкой, а то она немножко расстроенная. А чего? Выпрашивала в магазине что-то, а ты и не купила. Да, Макс, там Барби новые привезли, по 3000, с ума сойти. А там еще на улице розыгрыш какой-то, такой же куклы, как в магазине. За 50 рублей нужно картоху какую-то найти в бассейне с шариками. Ой, и там не удалось. Ну, в общем, очень расстроилась она. Дианка, расскажи, какой там, в смысле, картоха? Как сюрприз-то найти? Почему не смогла? Макс, там дядька этот. Он не сказал, что всего 10 секунд дают на это. Ну вот, я решила сыграть. Как только денежку ему дала, он сказал, у тебя есть 10 секунд. А я за 10 секунд только успела 2 раза в бассейне нырнуть и найти этого картоху. И не нашла. А он куклу Барби разыгрывает. Такую здоровскую. Да везде эти шарики. Такие же, что ли, там бассейны? Да, такие же маленькие пенопластовые. Как у тебя в этом сквише было, на который ты лопнул. И теперь эти шарики по всему дому. Слушай, Дианка, мне кажется, я придумал, как можно выиграть. И быстренько найти картоху в этом бассейне. Макс, да ничего не получится, этот дядька все продумал. А вот, мне кажется, и не все. У тебя есть 50 рублей, а? Пойдем, я попробую. 50 рублей, сейчас посмотрю. Не, Макс, пусто. Да ладно, зря это все. Кать, дай полтинник. Мне надо это, Дианке Барби выиграть, срочно. В смысле? Куда выиграть? Какую Барби? Какой полтинник? У себя и возьми. Ну, Кать, я же не для себя, я для сестры. У меня нету, я бы истратил свои. Ладно, можешь ничего не рассказывать, я с вами пойду. О, а может тогда 100 возьмешь? Ну, чтоб наверняка выиграть. Нет, Макс, извини, только 50. Ладно, постараюсь с первого раза сделать. Я сегодня, считай, целый день тренировался. Столько шариков перенадувал. Правда, все зря. Ничего, Дианка, не расстраивайся. Сейчас мы эту Барби выиграем на раз-два. Дяденька, это ваша игра? Его, обманщик. А чего это я обманщик? У нас все по-честному. Найдешь картоху, получишь главный приз. Куклу Барби. Ага, а про 10 секунд что опять не сказали? Ну, потому что такие правила, про 10 секунд я говорю только во время начала игры. Ну что, мальчик, играть будешь? Да, это сложновато, особенно за 10 секунд. Макс, может не будешь тратить 50 рублей? Пойдем лучше конфет купим. Кать, а как же Барби? Кать, я все-таки думаю рискнуть, тем более у меня метод есть один. Я им быстренько эту картоху найду. Насчет быстренько, время пошло. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Я картоху нашел, давайте свою Барби. Вот, держите, давайте меняться. Ух ты, Макс, здорово! А я почему-то не подумала. Шарики же легкие, и если туда сильно-сильно дунуть, то они разлетаются. И картоха сразу нашелся. Молодец, Макс. Вот хитрец-то, посмотрите на него, картоху он нашел. Барби, я ему за 3000 еще отдавать буду, ага, за 50 рублей. Я только 100 на этом аттракционе заработал. Вот картоху сей забирайте. А ну стоять! Дяденька, и куда это вы? Приз забыли нам отдать. Барби, быстро сюда, а то я сейчас полицию вызову. Откуда ты здесь, незнакомая мне девочка? Отойди, дай дяденьке пройти. Ах так, побежал. Катя, вызывай полицию, а я его сейчас задержу. А ну стой, я сейчас тебя картохой кину. Ой, да ладно, забирайте. О, Барби, моя Барби. Спасибо вам большое, спасибо, Катя, спасибо, Макс. У, дядька, хотел обмануть нас. А мы выиграли. А че убежал-то? И картоху не надо. Ладно, себе возьму, поиграю. Мама, смотри, мы выиграли куклу Барби. Ого, ничего себе. Давайте рассказывайте, как вы это сделали. Ну, Дианка, довольна теперь, да? Ага, Барби, моя Барби. А мне еще и картоха достался. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринолка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Картоха, скажи пока-пока. Приветик Карине, Свете и Саше. Приветик Асе. Приветик Настя. Приветик Анна. Приветик Тима. Приветик Жемчужинка. Приветик Дидика.
Приветик Вале и Микусе. Приветик Таня. Приветик Оксана. Приветик Таня. Приветик Соня. Приветик Карина. Приветик Айла. Приветик Даша. Приветик Софа. Приветик Оля. Приветик Хомяк. Приветик Ангелина.